остался уже. Посмотрим. Ну, вроде поток быстро идет. Не особо стою прям в пробке. Ну, просто были бы дырки получше. Я бы, конечно, туда без смазки залазил. Что-то солнце, блин, прям в глаза светит. Всегда, Чилонзар, есть такое время? Всегда прям солнце прямо в глаз. Сейчас тут, надеюсь, меньше будет. Потоки какие-то странные. Время еще не час пика, уже народу столько на дорогах. Ну вот что-то произошло, блин, всем. Срочно куда-то понадобилось. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Матис тоже, как я, прям помещается в дырку, но не совсем. А, кто-то едет спереди. Козел. Не хочет двигаться. Но единственное, что вот в этом минус того, что я сейчас пилю, записываю, типа я не могу слушать музыку и разговаривать. Я еле-еле подключил Bluetooth микрофон вот этот вот, чтобы на видео записывать это все. О, какой-то байкер проехал. Классно. А я проехал этот момент. Он уже уехал далеко, но он там нашел дырочку. Дырочку нашел какую-то с другой стороны и заехал через другой вход, блядь. Для меня опаснее попасть кому-то в задницу, потому что я просто вылечу и, как это говорится, просто, блядь, и все, блядь, сразу. То пусто было, то все решили поехать. Короче, если я кому-то в задницу въебу, то я покажусь у него на заднем сидении, блядь, пробью ему заднее стекло и покажусь у него там. А если в меня кто-то въебет, то же самое, только меня, по-моему... А как там было? Вот, смотря какая скорость, короче, я могу и вперед, и назад улететь. Давай! Автобус, давай! Блядь, пизду, блядь. Вот они очень странно ездят, честно говорю. Не буду я ждать никого! Поеду вперед. В принципе, по этой прямой не должно быть много светофоров, но они будут, я понимаю. Солнце прям ебашит мне. Пиздец, прям не могу. Заебывает аж. О, как ты перестраиваешься, чувак. А если бы я чуть-чуть быстрее ехал, что бы было? Я бы у тебя на крыше сидел сейчас. Вот и сам едет, меня не пропускает, и это... А, нет, увидел. Молодец, красавчик, уважуха, братан! Уважуха! Давай, ты тоже, девушка. Реконструкцию же сделали, танками проверяли, блядь. Мост танками проверили, блядь. Кто, блядь, в наше время танками мосты проверяет? В Ташкенте чего бы нет, когда да. Я тут пока не очень хорошо знаю развязку. Мне солнце светит прямо в глаз. Надо сильно, короче, не топить, потому что... Ух, ебать, пробка с той стороны. Одну часть моста еще оставили. Не успели еще разобрать ее, короче. Пристроился, рад. Ждет момента, когда можно по тапочке дать. А я сейчас сам первый там, так что подождешь. Опаздываю на 20 минут пока только. На 20 минут! И может позже, просто из-за того, что позже вышел или из-за заправочки. Ну давай, давай, зеленый, где ты там? Ура! Ура, потянем, потянем, ура! Огонь батарея, огонь батарея. Как хочу, так и ездим. Вот ты мудак. На самом деле это я так могу делать. Ты так не очень можешь делать. Давай, ебаш. Город зеленого цвета. Тут сегодня байкеров прям много. Погода что ли хорошая. Все повылазили со своих гаражей. Я тут думаю, что все на меня смотрят? Что все на меня смотрят? С той стороны, с той стороны. Я понял. Я понял, почему смотрят. Это все из-за рожек. Нет, баба пиздит по телефону в пизду, и пускай она едет. Не поеду я спереди нее, она сейчас где-то там не допиздится и пизданет ко мне, блядь. Просто страшно мне за свою жопу. И топишь, потому что вот прям в глаза светит, и я, блин,
просто очкую и разогнаться здесь, это, блин, такое себе наслаждение. Не, я знаю, что у меня очки есть, типа, солнечные, но они чихуя не помогают. Честно, я не знаю, у кого есть такие шлемы, они, наверное, меня поймут, потому что при таком, блядь, солнце, ну, прям, овер не помогает. Хуйня. Прям, пиздец, хуйня. Чем хуйня, вообще хуйня. Я еду, щурюсь, блядь, как хуй его знает кто. Заплетается, красный свет, тормозим заранее. Уроки вождения. Ну давай, что там, Ниссан. Ниссанушка! Ниссанушка!